Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Я даю команду, Артур выходит из своего биоробота. 1, 2, 3, становится с ним рядом. Любые чужеродные копии, голограммы, все чужеродные артефакты, находящиеся в его биополе, на счет 3 выходит и становится рядом. 1, 2, 3. Голограмма есть у него. Хорошо, отлично. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Артура в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Берем голограмму в сетку. И вместе с Артуром и голограммой поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Артура. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он не понимает, где он находится. Отправляю голограмму в клетку. 1, 2, 3. И Артур, вы меня слышите? Он к ней привязан. Он привязан к голограмме. Руками хорошо. И ногами. Понятно. Хорошо. Он меня слышит, он меня знает, Влад, это? Он за этой голограммой, как эмбрион, свернулся, ему плохо там, как плачет. Я понимаю. Он должен дать ответ нам. Он готов к диагностике, доверит ли он нам свое биополе. Артур. Он как под воздействием чего-то. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Артура. Пространство над головой, под ногами. Вытаскивает всех паразитов из его биополя. Ты можешь отрезать эту голограмму? И, Влад, отрежь эту голограмму на счет 3. 1, 2, 3. Лазером давай. Вот сейчас он видит тебя. Он говорит, это вы, я вас ждал. Да, Артур, это мы. Вы даете нам разрешение на работу? Да, пожалуйста. Хорошо, поехали дальше. Сканер сканирует, находит всех и притягивает их в клетку-тюрьму. Все ответственные. Снимаются все маски и голограммы в клетке. Все предстают согласно своему эфирному коду ДНК. А он не под таблетками. Вокруг него какое-то как оболочка. Может быть. Ты знаешь, где он находится. Возможно, и таблетки мы это можем тоже вытащить. Но это убери не... эту вот оболочку. И сила моего намерения – это медицинская оболочка, состоящая из таблеток. 1, 2, 3. Выходит из его биополя, формируется в шар. 1, 2, 3. Да, готово. Отправляем ее в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Поехали дальше. Сейчас каналы выстраиваются. У него демон. Какой? Черт. Считай цифры над головой демона. 18. Демоняка 18. Хорошо, демон. Я тебя предупреждал. Тебя предупреждали, чем это закончится для тебя сегодня. Поехали дальше. Про контрактик не забудь говорить. Я не забуду. Сейчас мы посмотрим и сожгем все контрактики. А потом тебе сожгем рога. Вместе будет смеяться. Поехали. Он дальше. Говорит, что такие контрактики просто не сжигаются. А мы попробуем. Черт рядом с ним. Хорошо, черт. Считай цифры над головой. 5. Понятно. Взял себе домашнего работника. Поехали дальше. Инсектоид. Инсектоид. Дракон. Дракон. Классика жанра. Классика жанра? Какой дракон? Угу. Грепты. Какой дракон, Вера? Дракон красный. Считай цифры над головой. Одна голова? Одна. Угу. Какие цифры? 3086.
И до сих пор одна голова. Понятно, хорошо. Считай цифру репта над головой. Тут 4. Тут 4. И сколько грея у нас? 2. 2 грея. Повторяю, сейчас прочитаю, что у нас здесь есть. Оболочка из таблеток, голограмма, демон 18-герцовый, черт, инзиктоид, дракон красный, 3086, 2 грея и рептилоид. Интересно, вот космически, скажите мне, чем вам так интересна эта душа, что вы аж и рептилоид, и грей, и дракон, и инзиктоид пришли? Кто ответит? Ну, инзиктоид пришел за потомством. Угу. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе, скажи мне сразу? Инзиктоид 2 года. 2 года, хорошо. Дракон красный, как долго ты находился в этом биополе? 2 года тоже. Рептилоид, как долго вы находились с Греями в этом биополе? 1 год. 1 год, хорошо. Демон, как долго ты находился в этом биополе? 13 лет зашел. Тринадцать лет ты находишься в нем? Или в 13 лет, когда ему было, ты зашел? Ему было 13 лет. И черт, когда тебя привел демон? 1 год. Он не знает время. Хорошо. Хорошо, я объявляю программу. Сегодня проводится чистка биополя Артура по его волеизлиянию. Сегодня будут расторгнуты все контракты. Начнется сейчас реверс энергии. Мы отдадим вам всю черную энергию, которую вы дали ему. Заберем у вас всю светлую энергию по праву. После этого я дам команду каждому выйти из его биополя и вытащить все, что он оставил. После этого проводится проверка 2 миллиона герц. Кто меня обманет или что-то оставит, тут просто автоматически сгорит в клетке тюрьме. Уже бывало неоднократно, не рекомендую этого делать. В процессе чистки я буду задавать вопросы. Если меня кто-то будет обманывать или не будет отвечать на мои вопросы, моментально начинается на него воздействие, вплоть до галактического ядра. Всем понятно? Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту в первый раз. Все, кто не пройдут проверку, уже никуда не уходят. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Артура спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Артуру, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Кому идет больше всего вера? Но у него дракон там что-то делал. К нему идет какой-то свет такой необычный, переплетенный с огнем. Дракон, что это за свет, переплетенный с огнем? Через голограмму это он действовал. Какая функция у этой голограммы была? Эгрегориальная. Эгрегориальная. То есть ты к нему, хочешь сказать, пришел в образе ангела, учителя, святого, света, абсолюта. Кем ты был? Святой. И ты хочешь сказать, что все молитвы, которые он посылал, доходили только до тебя? И все просьбы? И не дальше? И ты перекрывал все каналы? Все попадало в голограмму, где он конвертировал. Дракон, а тебе не кажется, это немножко перебором как-то? Человек сделал свой свободный выбор, обращается к Творцу, к Абсолюту. Ты себя считаешь реально за Абсолюта или что, что ты его энергией воруешь? И этот контакт, во всяком случае. Он ты раньше поймал его. Хорошо. Это ни о чем еще не говорит. Ты заметил, что человек изменился. Почему ты ему, на каком основании ты ему перекрывал дорогу к его Творцу? Кто ты вообще такой, дракон? Ты Абсолют или кто? Но он говорит, что раз он здесь, значит, все-таки дошли. Нет, дракон, это не энергии. Так. Дошли энергии, до тебя сейчас дойдут энергии. И я достаю печать дракона, 1, 2, 3, включая на полную мощность. Дракон, мне не нравится, как ты мне отвечаешь. Я задаю конкретный вопрос,
Я тебе сегодня голову разнесу здесь, единственную твою, если ты не будешь нормально отвечать на мои вопросы. Если или не если, это не есть мой вопрос. Ну, остановись, какой твой вопрос? Останавливаю печать, убираю печать дракона. Какой мой вопрос? Почему, на каком основании ты не позволил Артуру установить контакт с Творцом, с духовным миром? Человек стал на путь осознания. Почему ты блокировал все его попытки связаться с духовным миром? Он не блокировал, он просто забирал энергии. Ты забирал энергии. Молитвы доходили до Творца? Куратор с ним связан. Смотри, дракон, я буду все проверять сегодня. Как у нас с реверсом идет, Вера? Реверс идет пока. Усиливаем потоки в 100 раз. До последнего микрона возвращаем. Все назад интерферентом. Так, демон, давай рассказывай, что ты мне там за контрактик-то рассказывал? Подписал он. Подписал. И когда это было, расскажи мне. У меня тоже со временем проблемы или как? 4 года. 4 года назад, да? Хорошо, будем смотреть, что там за контракт. Какие условия контракта. Человек принял другое решение. У него есть свободная воля. Он может менять свои решения. Закончился реверс. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Артур забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Артур себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Я даю команду, значит, 3, выстраивается отдельно канал от голограммы. 1, 2, 3. И Артур забирает оттуда всю свою энергию, которая там осталась. До последнего микрона все свое забираем себе. От кого больше всего идет Вера и какие цвета? Расскажи мне, пожалуйста. От черта и демона красные идут цвета. Дракону? Ну, от дракона идут разные цвета. Он все забирал через голограмму. И они красиво как-то смешаны между собой. Они не идут полосами. Угу. Цвет у них красивый, мягкий какой-то. И рептилоид космическую связь забирал, фиолетовый цвет. Рептилоид, а зачем ты забирал весь фиолетовый цвет? Объясни мне. Вот зачем ты всю чакру блокировал? Не всю, частично. 80% сколько блокировал. 80% блокировал. Ты знаешь рептилоид? Я много встречал уже и рептилоидов и так далее, и дракона встречал. Я всегда спрашивал на количество энергии. Ты сейчас реально перешел все границы. Ты перешел аж на 80% энергии. Ты давал ему только энергии на то, чтобы он дышал. Хорошо, рептилоид. Мне интересно будет, что будет, если я у тебя 80% энергии сделаю отток. Установляв тебя. Он говорит, что ты не понимаешь, он забирал его связь с космосом. Не блокировал, а забирал часть энергии. Он не брал другие энергии, жизненно важные. 80% космической энергии ты забирал. Тебе не кажется, что это много? Я хочу просто установить, до какой степени ты отмороженный. Я тебе сегодня продемонстрирую, я заберу у тебя или у Греев 80% энергии. Я посмотрю, что будет с вами в этой клетке. Для меня это 3 секунды дело и щелкнуть пальцем, и у вас нету этой энергии. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь или нет? Он говорит, что я всего одну чакру использовал. Хорошо. Энергию с одной чакры. Ты. Реверс закончился. Хорошо, так, реверс закончился. Так, и я даю команду, сейчас выходит демон, первый выходит, вытаскивает все, что он оставил в биополе, и докладывает мне о готовности к проверке. Если что-то будет обнаружено, я предупредил всех, сгорает моментально в клетке и отправляется в галактическое ядро. Хоть одна малейшая частица. Он посылает черта. Хорошо. Внимать. Демон, твоя жизнь зависит теперь от черта, потому что оба уйдете. И что он снимает, Вера? Расскажи мне, пожалуйста. У него на пояснице какая-то установка стоит. Чуть громче. На пояснице стоит установка, да?
Ноги красные у него, снимает он. Черт, что это было на пояснице? Что там установлено было? Это боль, отвлекающая боль. Отвлекающая боль. Кто из вас довел человека до психиатрической лечебницы? Все вместе. Они его, как знаешь, тянули одни вниз, другие вверх. Он запутался в этих эмоциях. Ну что ж, все вместе и будете отвечать. Из голограммы дракона вышла энергия? Ты не сказала? Да, вышла. Хорошо. Тогда можно ее убрать сразу. Открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Голограмма улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Черт снялся. Хорошо. Так, инзиктоид, выходишь, забираешь все, что ты оставил, всю жидкость, ни одного следа не остается. Приступай и возвращайся, докладываешь. У него какие-то рыхлые, белые, как вата. А у него? В животе. Инзиктоид, что это за энергия? Почему они там находятся? Медикаменты. Твои медикаменты или что? Ты что, болен? Нет, его медикаменты он собирал. А, понятно. Часть какую-то из них он собирал. Ничего себе, тебе что, нравятся медикаменты человеческие, инзиктоид? Это энергия? Какая-то часть. Та, которая отвечает за наркоманию или как? Интересно просто. Может, ты этим питался? Он показывает свой инкубатор. И вот эти энергии, которые он брал, он их распространял там понемногу. И какой это эффект вызывало, это распространение? Чтобы они тихо себя вели. Понятно, хорошо, вытаскивай все, полностью заканчивается беспредел этот сегодняшний. Достался. Хорошо, дракон красный, выходишь, вытаскиваешь все свои платы, подключки, все достаешь и докладываешь о готовности к проверке. Приступай. У него в сердечной чакре какая-то плата. Что это за плату ты установил в сердечной чакре, дракон? Вот это... Плата, она его как посередине скапливала потоки, нижние и верхние. Через нее он собирал все энергии. Он как закручивал их. Такая как ручка у него, он ее крутил, и все энергии, ну, потоком шли. Хорошо. Интересная ручка. Собрал он ее. Хорошо. Рептилоид, даю команду. Дай команду Грэм, они выходят, собирают все, что они оставили в биополе, докладывают о готовности к проверке. У него на голове установка. Это они установили, да? Что это за установка Грэя? Ну, это ток космической энергии, как раз связь с космосом. Такую установку больше в квартирах я видела на людях. Индустриальная, скорее всего. Хорошо. Так, и... Я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию энергии Артура с энергией демона, черта, инсектоида, красного дракона, греев и рептилоидов. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Ну вот, космических идет рассинхронизация, а демоном он связан. С демоном он связан. Хорошо, значит, мы тогда будем делать все по-другому. Ждем, пока рассинхронизация закончится. Готово. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Я подхожу сейчас к Артуру. Мы всех будем отпускать, демона оставим. И с ним будем отдельно разбираться. И я кладу руки на плечи мощнейшим ударом, импульсом высокой вибрационной энергии, сжигая все каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Каналы сожглись все, кроме демона, и вот тряхануло там. Но у него связь, видно, от ног идет к демону. Все понятно, хорошо. Мы так и рассчитывали, что демон останется пристегнутым, но в этом случае это его проблема. Тряхануло, отлично. Еще будет не раз сегодня трясти, я тебе обещаю, демон. Так, все каналы остегнулись, открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, давай теперь отпускать, наверное, потихонечку. Нет, я даю команду сканеру. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Артура, делает контрольную проверку. Загорается ярко-красным, если еще остались какие-то незамеченные подключки в его биополе. Сканер сканирует все 7 тонких тел. У него зеленая чакра повреждена очень. Это дракон работа, да? Да.
Хорошо, дракон, я смотрю, ты все-таки причинил боль человеку. Я даю команду, это плата, которая была у нее в сердце, устанавливается в твое сердце. 1, 2, 3. И включая ее на полную мощность, как она работала у Артура. Собирает все твои энергии, как у него собиралась. Пошел откат 100% боли, сколько ты ему дал. До 100%. Да будет так, а так и есть. Описывай, Вера. Ну, он как-то как морщится, больно ему. До 100%. Автоматически останавливается, когда 100% той боли, которую ты ему дал, дракон, красный, повредив сердечную чакру, вернется к тебе. И не процента больше. Хорошо, будем пока отпускать рептилоиды и греев. Рептилоид, греев, вы поняли, бета-биополе для вас закрыто. Если я еще раз вас здесь обнаружу, после прочтения манифеста вы будете наказаны. Вам это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида 1, 2, 3. И рептилоид уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Грей, вы готовы уходить? Да, готовы. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Грейв. 1, 2, 3. Грей забирает все, что они с собой принесли, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Инзиктоид, ты готов уходить? Да, он готов уходить. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. 1, 2, 3. И черт, ты готов уходить? На демона смотрит. Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Черт, у тебя есть выбор. Готов. Закрываю портал в галактическое ядро и открываю внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. 1, 2, 3. И черт улетает, забирает все, что он с собой принес, на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, у нас там еще оболочка с таблетками осталась, да? Да. Открывается по ней портал в галактическое ядро, она улетает в галактическое ядро на переработку. Голограмму мы уже уничтожили, да? Да. Отлично. Хорошо, остался демон и красный дракон. Как там красный дракон себя чувствует? Насчет 80%. Но он замер, паник. Паник, что такое? Вернулось ему. Вернулось, все, отлично, все, красный дракон. Вот так оно ощущается на физическом уровне. 80%. Ты не выше человеческой души. 80% это рептилоид забирал. Хорошо, он забирал все энергии, он со всех чакр забирал, Вера. Он повредил сердечную чакру, которую нам сегодня еще лечить надо будет. Все, красный дракон, я тебя предупредил, если я тебя сейчас отпускаю, первый и последний раз, если я тебя еще раз в этом биополе встречу, а я его буду контролировать, ты уйдешь в галактическое ядро. Сразу, без разговоров. Тебе это понятно? Кивает. Вытаскивай из него платы, 1, 2, 3. Они выходят, все, что дракон принес, выходит из клетки тюрьмы и зависает в воздухе перед клеткой. Да, есть. Открывается портал в галактическое ядро, улетает, все уничтожается, сжигается. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Помнит, о чем мы говорили. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, демон остался. Ну, поехали, демон. Начинается веселая часть марлезонского балета. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Артур должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Он готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выходят договора. Есть договора. И договор с демоном загорается черным цветом или ярко-красным, как тебе удобно. Но он обозначился. Хорошо, давай теперь посмотрим. Артур, давай прочитаем, что там в контракте написано. Но он знает, что там написано. Он знает. Хорошо. Он готов расторгнуть этот контракт? Готов. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью мы возврат энергии, если таковая есть. Готово.
И все контракты улетают, галактическое ядро на переработку закрывай, печатаю. Растворяй. Аннулировано. Готово. Хорошо. Демон, на каком основании ты находишься в этом биополе? Мне нравится все это. Что тебе нравится? Мне нравится ему это все. Ты мне не ответил на мой вопрос. Что ты делаешь в этом биополе? На каком основании ты здесь? На основании контракта. Где этот контракт? Покажи. Он все еще связан с ним. Эту связь сжечь надо. Между ним и демоном? Как канал она. Хорошо. Это может только сделать Артур. Артур, вы осознали, вы готовы на основании вашего осознания сейчас сжечь связь к демону? Да, он готов. Хорошо. Я подскажу Артуру, помогаю ему. У него сейчас мало энергии. Необходимую энергию он от меня получает. Артур концентрирует всю свою энергию, все свое желание, полностью все свое сознание в один большой шар. 1, 2, 3. И на счет 3 мощнейшим ударом сжигает по каналу этот контракт. 1, 2, 3 с демоном. Пошел удар. Но на самом деле у него очень хорошая осознанность. Вот это, то есть, может, он что-то другое не понимает, но он четко понял свою связь и поступки, которые он делал из-за этой связи. Он ее осознанно прерывает. Он сжег. Он сжег. Хорошо. Все. Демон, на каком основании ты находишься в этом биополе? Он говорит, что ты наделал столько лет моей работы. Я наделал. Я уменьшаю демона в 2 раза на счет 3. 1, 2, 3. Демон, вот я наделал. А то я не наделал. Это моя работа была. А это мое хобби. Какой тебе вариант лучше, демон? Он говорит, какое право ты имеешь это делать. Он заключил контракт, ты? И я... Ну, а ты что? Выполнял этот контракт. Хорошо. Но спроси у него, говорит. Что спроси? Что-то я не сделал по контракту. Хорошо, Артур. Я следовал контракту. Но ты знаешь, дело в том, что уже это не имеет никакого значения. Контракт расторгнут согласно его свободной воле. Человек осознал свою ошибку. Все. На этом ставится точка. Даже если ты самый крутой демон. Я не думаю, что ты круче Вельзевула, с которым мы встречались в этой клетке. Ну, говорит, что ты делаешь свою работу, а я свою работу. Хорошо, я свою работу сделал. Контракт уничтожен. Я тебя спрашиваю, демон, что ты делаешь в этом теле сейчас? С чем ты связан? Какие у тебя договоры есть? Пока никаких. Что значит пока? Будешь пытаться опять залезть, да? Если позовет. Если позовет. Хорошо, возвращает демона его первозданные размеры. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. И в моих руках появляется маленький, но очень красивый шарик энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Как тебе, демон, такая красота? Посмотри. Говорит, что ты не имеешь права на него применять это, потому что он не нарушил ничего. Я не говорю, что ты нарушил. Сейчас я это не применяю. Убираю. Энергия входит в меня, а я тебе объясняю просто. Я дам частицу этой энергии Артуру. И он этой энергией тебя сожгет, если ты еще раз попробуешь войти в его биополе. Он понял. Отлично. Хорошо, демон. Значит, у тебя нету контракта больше с Артуром? Он говорит, посмотрим еще. Привычки-то остались. Демон, ты так и не понял, что я требую прямых ответов. Если ты хочешь, пока я тебе могу... Нет. Хорошо. Пока нет. Если он захочет и подпишет с тобой контракт, тогда надо быть полным идиотом, что после того, как расторгнут с тобой контракт, еще один заключить с контрактом. Я знаю, что вы будете пытаться делать подходы. Я об этом знаю. Вы будете проверять, насколько сильно его намерения. Это все легитимно. Но если кто-то против его воли войдет в его биополе, и я его обнаружу, с этого момента я его сожгу. Вернее, не я, а Артур его сожгет. Я спрошу Артура, а Артур даст команду скинуть в галактическое ядро. Я его не приглашал, у меня нет контрактов с ним. Он вошел против моей воли. Ты это понял сейчас? Знает он это все. Знаешь ты. Отлично. Хорошо, демон. Значит, мы тогда закончили работу. Ты готов уходить?
Да, он уходит. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Все. Расторгнуто. И став огненную пентаграмму. Да. Хорошо, манифест. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. Моего намерения. Да будет так, а так и есть. Прочитал он? Да, хорошо прочитал. Есть намерение. Отлично. И запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Артур, ангел. Ангел. Отлично. Открыл крылья? Открыл, да. У него энергии по чакрам прошли по всем и... Наверх выходили, когда крылья открыл тоже. Хорошо. Значит, дошел до этого уровня. Хорошо. Ставим защиту этого каркаса в его биополе. Пошел процесс. Он радуется. Тонкая копия у него осознанная очень. Готова. Пусть тонкая копия Артура вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Он говорит, что это и есть самый счастливый момент его жизни. Хорошо. В герцах. Говорит, пусть будет 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Артура до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Говорит, что после того, как я это знаю, с сегодняшнего дня моя жизнь начнется по-другому. Начинаю новую жизнь. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Мы закончили чистку Артура. Артур, как вы себя чувствуете? Он знает, что делать теперь. Прекрасно себя чувствует. Замечательно. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти друга Артура, куратора, учителя, в нашу комнату диагностики. Петр. Петр, мы приветствуем Петра. Вы учитель или куратор? Я его друг. Друг, ангел, конечно. Петр, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили сегодня чистку вашего подопечного, вашего друга Артура. И убрали все эти гадости, которые в нем были, а было там прилично. Разорвали, аннулировали все контракты, заправили его энергиями. И при идентификации души он нам показал свои крылья. Мы поняли, манифест читал он тоже очень осознанно. И мы поняли, что человек находится на том уровне, что, в принципе, куратору можно, в принципе, уже начинать с ним работать. Как вы считаете, Петр? Это, знаешь, это святой Петр. Оу. Петр, простите, вы тот Петр? Ну, он говорит, возвели в ранг святых, смеется. Вы святой Петр? Я прошу еще раз прощения, уважаемый. Кого он на земле? Он говорит, что это было одно из его воплощений. Сейчас я немножко, честно говоря, шокирован, приятное. Я не знал, что вы ангел, уважаемый Петр, но мы знаем, что вы стоите на воротах, как у нас здесь на земле рассказывают, в рай. И кого-то пускаете, и кого-то не пускаете. Я просто хочу еще раз уточнить, мы об этом Петре говорим сейчас. Простите мою бестактность. У всех своя работа, у тебя тоже есть своя работа. Хорошо, мне просто очень приятно с вами сегодня познакомиться. И то, что вы находитесь в нашей комнате, это для нас очень большая честь. Уважаемый Петр, у нас есть 10 вопросов, но по сравнению... Но я смотрю на эти вопросы, и мне прямо вот, я не знаю. С таким... Он говорит, тогда давайте я скажу. Давайте. Мы очень долго пробивались, чтобы вытащить эту душу из грязи. И, наконец, добились своего. После этой осознанности... Его душа будет еще сильнее, потому что он видел и черное, и белое. Все, что ему нужно, чтобы двигаться дальше, это принять те ошибки, которые он делал, перестать себя казнить за них. Он достаточно сделал. Он был услышан. Просил прощения и
и посылал молитвы. Он сделал и на физическом плане. И мы были постоянно рядом и слышали его. Я хочу подытожить, что он идет дальше, потому что он сделал все для этого. Уважаемый Петр, я месяц оттягивал его чистку. Я даже разговаривал с Архангелом Ханилом по этому поводу. И учитель мой сказал, что ему нужно это осознать. После этого мы около месяца ждали, пока это осознание, так сказать, проявится, что мы его прочувствуем, потом мы его прочувствовали. И только после этого, я надеюсь, я не затормозил процесс ни в коем случае. Нет, все правильно сделано. Хорошо, благодарю. Он прошел этот путь. На сегодняшний день ему нужно закрыть эту страницу. Отлично. И перестать наказывать себя. Принятие должно произойти. То, что сделано, сделано. Он должен идти дальше и нести свой свет, которым он переполнен сейчас. Отлично. Благодарю вас. Уважаемые, я не знаю, мне даже как-то неудобно вас Петр называть, честно говоря. Я такая же душа, как и все остальные. Хорошо. Уважаемый Петр, скажите, давайте начнем с вопросов. Уровень высшего я и ангельский уровень Артура. Это наш первый вопрос всегда был, если он ангел. У него 8-й уровень высшего я. Угу. И ангельский? Выше, наверное, чем 8-й. 10-й, скорее всего. Я не могу пока открыть это. Это будет показывать его дальнейшую жизнь. Хорошо, все. Безусловно, я вас прошу на те вопросы, которые нельзя отвечать еще, не отвечайте, просто скажите «не сейчас», и все. Благодарю вас, уважаемый Петр. Хорошо, поехали дальше. Куда мне стоит правильно двигаться? Нести свой свет. Все ангелы несут свет. Это единственная задача ангелов. Благодарю вас. Есть ли у меня наставники? Второй вопрос. Конечно, есть. Иначе бы ты не был здесь. И довольно высокие наставники, я вам скажу. Хорошо, третий вопрос. Могу ли я... Я прошу прощения, но так вот написано. Могу ли я попасть в рай? Он смеется. Он обращается к тому практически. Ну, так написал. Он говорит, что не нужно спускаться ниже вот этих вибраций, иначе это будет твой выбор. Так он как-то говорит. Хорошо, оставим пока. Всегда будет сомнение, то есть. А, в этом плане. Выше этих вибраций он всегда будет знать, что делать, нести свет. То есть ему всегда будут приходить правильные решения, не будет страха. Если он снизится ниже этих вибраций, у него будет страх, и все вернется. Благодарю вас. Следующий вопрос. Как мне получить прощение? Ты должен сам себя простить в первую очередь. Я уже сказала, перевернуть страницу и принять то, что ты сделал. И дальше жить честно и светло. Надо принять. Безусловно, конечно, принять. То, что сделано, сделано. Абсолютно верно. Следующий вопрос. Какой процент негатива? Да, пожалуйста. Нужно сделать выводы. Считать это уроком и идти дальше. Для этого мы здесь, уважаемый Петр. Других причин нет для того, чтобы мы набрали свой опыт и исполнили свою задачу. А это и есть задача. Благодарю вас. Так, какой уровень высшего я? Мы уже ответили на этот вопрос. Какое мы заменим его вопросом? Какое количество негативной энергии я набрал? 31. Мы еще никогда не встречали человека с таким высоким уровнем негатива. Но это не является еще той чертой невозврата. Насколько нам известно, уважаемый Петр, это 51%, да? Я не буду это обсуждать. Хорошо, хорошо, все. Я просто хотел сказать, что больше не стоит набирать негативной энергии. Не... Обязательно, это уже хватит. Поехали дальше. Перерождался ли я в своем роду? Перерождался. Хорошо. С чем связана моя болезнь сердца? Уважаемый Петр, мы вытащили рептилоид, у него дракон установил плату в сердце, и она сейчас у него поранена, насколько мы видели. Мы хотели попросить вас, может вы, или мы можем сами ему ангельской энергии дать в это больное место для того, чтобы эти раны затянулись. Как будет лучше, как вы скажете?
Мы обменяемся энергиями, несомненно. Хорошо. Значит, его причина болезни сердца, это интерферент был? Или там более глубокие причины? Есть несколько развитий жизни человека. Пожалуйста. Какой он путь выбрал, то он и получал. Как я уже сказала, эта страница закрыта. И дальше будет зависеть все от его жизни. Хорошо. Благодарю вас, уважаемый Петр. Восьмой вопрос. Сколько лет моей душе? Так написал. Тысячи. Сколько у меня кармических узлов? Девятый вопрос. Пять. Сколько прошел и сколько осталось? Один прошел. Еще все впереди у него. Я очень надеюсь, что как раз вот сейчас, когда он чистый, он эти все узлы сможет решить свои в жизни, когда у него будет столько энергии, если он, конечно, будет дальше работать. И последний вопрос у меня остался, у него остался. Почему у меня проблемы в общении с людьми? Потому что у тебя проблема общения с самим собой. Полюби себя и полюбишь весь мир. Весь мир не надо любить. Нужно понимать себя. А если ты понимаешь себя и находишься в гармонии с собой, ты найдешь решение и связь с любым человеком. Благодарю вас, уважаемый Петр. Мы закончили эти 10 вопросов. Если вы хотели сейчас активировать или пропустить энергии ангельские по кругу. Я бы хотела уточнить, почему я говорю, не надо любить весь мир. Многие поймут по-другому, но любить весь мир можно только на словах. Все, что требуется от вас, это полюбить себя и нести свою любовь своим близким и окружению. Чем больше ты светишь, тем дальше идет и охватывает твой свет. Уважаемый... Любите этот свет любовью. Но любить весь мир можно только на словах. Абсолютно верно. Уважаемый Петр, мой учитель, Архангел Ханиил, мне говорил то же самое. Тебе и не надо любить всех людей. Начните с малого. Начните с малого. Вот начните с себя и своих близких. Благодарю вас. От вас такие энергии идут сильные, ангельские. Я даже здесь на земле их чувствую. Хорошо, уважаемый Петр. Благодарю вас. Если вы еще что-то хотели добавить, пожалуйста. Я не хочу вас ни в коем случае перебивать. Это ваш друг, ваш наставник, ваш подопечный. Если вы что-то хотите ему сейчас сказать, это был бы самый лучший момент. Я уже все сказал. Принятие. Принятие – это то, от чего нужно идти дальше. Принятие – это спокойствие. А без спокойствия ты не можешь быть в балансе и внести свой свет. Конечно. И распределять его правильно. Нельзя без гармонизации, синхронизации, с чистыми энергиями вообще ничего светлого нести. Когда человек сам в себе раздваивается, какие энергии он может нести? Надо быть одним целым, осознанным душой. Только тогда можно в этой жизни что-то действительно серьезное совершить. Я так полагаю, но простите, Петр, и мне так неудобно так говорить вам такие вещи, потому что я до сих пор нахожусь в состоянии очень сильного впечатления от нашей встречи. Все эти энергии у вас есть. Я просто подсвечиваю эту искру. Да, внутри. В нас живет эта частица Отца. И кто осознанно ее чувствует, тому открыты все двери в этой жизни. И не только в этой. Все готово. Благодарю вас. Уважаемый Петр, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. К нам приходили сотни кураторов, учителей со всех галактик, с ангельских миров, с любых планет. И всем мы всегда делали подарок. Если у вас какое-то желание, может быть, которое мы можем вам осуществить. Это может быть мыслеформа, это может быть любые продукты питания, которые вам когда-то нравились, когда вы жили на Земле, или что-нибудь другое. Все, что мы знаем, нам было бы очень приятно сделать вам такой подарок. Закажите, пожалуйста. Можно попросить вас кукурузу. Вареную? Да. Отлично, Верочка. И в твоих руках появляется сейчас маленькая корзиночка. Там лежит
три кукурузы, причем трех разных сортов. Самые вкусные, которые есть на земле. Все вареные, все горячие. И еще маленькая чашечка с солью. Один, два, три. Передай, пожалуйста. Да, это то, что я хотел. И Верочка. Запах земли. И Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на земле, которые у нас есть. Один, два, три. И, уважаемый Петр, прошу вас принять это в знак благодарности от нас лично. Это единственный чистый продукт, который сейчас на земле остался. Я объясню вам, почему так происходит. Пожалуйста. Конечно же, мы можем визуализировать себе все это, но когда это делает земли, все передается намного точнее, потому что вы живете и видите это, и ваше представление передает полностью запах, цвет, вкус, потому что вы чувствуете его. Так же я несу свою энергию с ангельского уровня, хотя он уже есть в ангельских душах, проводя и отдавая свою ангельскую энергию, я все равно активирую ее, потому что я ближе к этому свету. Получается, что здесь мы встречаемся. Посередине. Вы несете земные блага, а я энергию ангельского уровня. Замечательно. Так это так и должно быть. Опять же повторюсь, я не даю вам ее. Она уже есть в ангельских душах. Вы подсвечиваете их. Я даю эту искру, чтобы вы ее прочувствовали более ярко. И унесли с собой на землю. Благодарю. Так же, как я заберу ваши дары с собой. Очень приятно, благодарю. Значит, все нормально, вы берете это, и мы сделали подарок самому святому Петру. У меня до сих пор мурашки по коже идут, когда я называю ваше имя. Я прошу прощения, просто очень много читали о вас на земле и о вашем подвиге. И вот так вот. Никогда не мог подумать, что вот так вот всю жизнь можно встретиться с такой великой душой. Нам очень приятно. Благодарю. Уважаемый Петр, мы закончили. Мы сделали, на мой взгляд, сегодня нормальную, хорошую работу, освободив ангела еще одного. Все, что вы сказали, я больше чем уверен, при его активной работе все-таки получится. Я уверен, он будет много раз переслушивать ваши слова. И я оставляю, я не говорю «прощайте», я говорю «до скорых встреч», потому что я больше чем уверен, что у вашего подопечного, у Артура, еще будет очень много вопросов. И когда-нибудь мы дойдем до пункта, когда он сможет с вами напрямую общаться. Вот к этому я хочу его привести. Дорога открыта. Дорога свободен. Открыта. Замечательно. Я бы хотел пояснить, пожалуйста, про великие души. Не надо возносить меня в какой-то ранг. У каждой души есть выбор и возможность. Я понимаю. Безусловно, вы абсолютно правы. Скажите, пожалуйста, у вас после этого воплощения еще было какое-то воплощение на Земле? Вы приходили на Землю? Было. Самое простое. Но мы не будем это обсуждать. Не будем, конечно. Я просто, простите мое любопытство, не каждый день встречаешь святого Петра. Благодарю вас, уважаемый Петр. Мне очень приятно было с вами общаться. Благодарю за то, что вы такую информацию дали своему подопечному. И я уверен, все будет хорошо у него. Благодарю вас. Примите наши искренние энергии благодарности от меня, от Веры и от Артура. Я чувствую это благодарности. Потому что от сердца идет. Принимая их. В конце концов, мы все здесь находимся в комнате с крыльями. И у нас не может быть других вариантов. Мы все исполняем свою работу, вы свою, мы свою. И очень хорошо, когда вот просто вот бывают вот такие моменты, такие дни, как сегодня, когда чувствуешь результаты этой работы и просто вдохновение получаешь. Вы не только его вдохновили, вы и нас вдохновили, вы всех все вдохновили. Все покажет его дальнейшее жизнь. Развитие. Абсолютно. Хорошо, не будем забегать вперед. Будем прощаться. Будем возвращать сейчас нашего
Артура в его биоробот, для того, чтобы все эти энергии ему передать. Вы все сказали, если хотите еще что-то добавить, пожалуйста. Достаточно для первой встречи. Всего доброго, Верочка. Прощаемся и рассинхронизируйся. Артур плачет. Но это не от боли, слезы, а от радости. Как вы себя чувствуете, Артур? Глупый вопрос, конечно. Он говорит волшебно. Замечательно. Сохраняйте это волшебство в себе. Перед вами стоит огромный путь теперь. Тем более с таким учителем, как у вас, и куратором, вам придется... Он говорит, я не знаю, правильно ли это слово, но мне так светло и спокойно. Хорошо, Артур. Будем возвращать вас в ваш биоробот. Мы сделали все, что мы могли сделать. Хорошо. Еще он говорит, что главное, я теперь чувствую защиту. Она, кстати, всегда была. Он просто отошел от нее. А сейчас он ее ощутит в настоящем, в полной силе. Хорошо, Верочка, будем возвращать Артура? Да. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Артура в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. У него физическое тело болеет, больное. И они, когда начали сливаться, эти энергии все пошли по телу, заполнили его полностью и вышли за тело. Отлично. Хорошо. И дополнительно устанавливаем над ним поток Абсолюта. 1, 2, 3. Защитный поток Абсолюта. Пусть защищает Артура. Оставляем включенным. Да, он гармонизировался с телом. Готов. Отлично. И отключайся от Артура и перемещайся в комнату диагностики. Да, я на месте.